Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Honor 20E сделать сброс настроек приложений. Для начала переходим в настройки, затем в раздел приложения, затем еще раз приложения, тыкаем здесь и нажимаем сбросить настройки и подтверждаем. И после этого все настройки приложений будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.